что капитально отремонтируют, построят и откроют в этом году в Чебоксарах. О реализации программ в социальной сфере говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. 62 учреждения образования, культуры и физкультуры. На их ремонт из бюджета города выделено более 175 миллионов рублей. Большую часть средств получат образовательные организации. Одна из них – столичная 11-я школа. Причем средства на ее ремонт выделят из республиканского бюджета. Второй год в республике действует программа по софинансированию и капитальному ремонту зданий, чей износ более 50% и срок эксплуатации более 50 лет – получаем 10 миллионов рублей, 11 миллионов заложено по софинансированию в муниципальном бюджете. В Чебоксарах продолжится реализация других муниципальных программ. Ремонт бассейнов, школьное кафе, модернизация пищеблоков, перепрофилирование кабинетов для начальной школы. Сейчас идет подготовка и согласование проектно-сметной документации. 15-20 марта все конкурсные процедуры нужно объявить. Если по перепрофилированию требуется дополнительное время, до 1 апреля укладывайтесь. К началу мая или в начале мая все контракты должны быть заключены, ну и к 15 августа по плану работу завершаем. Продолжится в этом году и программа инициативного бюджетирования. Здесь жители сами решают, что необходимо отремонтировать в первую очередь и вносят 5% от общей суммы. 75% выделяет городской бюджет, еще 20% – республиканский. Подготовьте предложения, подготовьте проекты. Крайний срок подачи муниципалитета 15 марта. Нам надо подготовить все заявки к 5 марта. Объем, хоть и небольшой, 17,5 миллионов на городские округа, тем не менее, 10 проектов мы можем взять, можем получить софинансирование на эти проекты. Софинансирование требуется и на рекультивацию Пихтулинской свалки. Около 30 миллионов рублей пойдут на транспортировку грунта и глины с разных земельных участков. Администрация города уже подготовила соответствующее письмо в республиканский Кабмин. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.